Подожди, поехали. Здравствуйте, сегодня хотели вам дать совет дня. Моя подружка заказала себе вот такие вот салфетки, влажные салфетки для кожаных изделий. Я на самом деле себе никогда не заказывала, но тут решила тоже заказать, потому что там она сказала, что берет с собой их и грязную обувь, которая пылится. Ну, не сильная грязь, а просто вот вы, ну, обувь запылилась, да, можно салфетки такие кинуть в сумку, они, конечно, не слишком маленького размера, но зато всегда удобно протереть обувь. Любого цвета, вы видите, что у меня обувь, она цвета... Привет, обувь моя цвета такого не черного, горчичного. И здесь можно ими не с ухаживающими добавками просто протереть. Вот где-то я уже царапнула новые ботинки. Вот, то есть вы просто протираете, с них стирается пыль, и они становятся гладкими. Вот, видите, пыль на них остается, то есть не такая, чтобы сильная грязь. Но просто привести их в форму. Для любого цвета подходят. Они вот начинают блестеть с такими ухаживающими добавками, специально разработанными для кожи. Покажи сумку тряпку. Для кожаных изделий. Вот видите, просто как пыль. И сумку также можно протирать еще. И можно протирать различные кожаную мебель. Вот, пожалуйста, смотрите. Если вы хотите такие салфетки заказать, ссылка для регистрации находится внизу. И вы сможете купить такие салфетки со скидкой 20%, как консультант Faberlic, при этом получить еще подарки. Регистрируйтесь. Пока-пока.